Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, данное видео сегодня у нас будет также про лиги. Как я и говорил в предыдущем видеоролике, кто не смотрел, ссылочку оставлю. Что нам разработчики все-таки вернут старых ботов. И давайте посмотрим. Я не знаю, у меня пока на данный момент 4184 боевого духа. Как... До какого уровня можно будет набрать с ботов? Ну, давайте посмотрим. Проведем одну атаку, найдем какого-нибудь старенького бота, может быть, нового. Так, ну что, пока у нас первый игрок, это боевое братство. Вот он у нас первый бот. Ну, как знаете, что я таких ботов не разбиваю, зачем мучиться? Можно на этом городе ошибиться и разбить его на 90%. Также этого бота пропускаем, но, как видите, ботов нам разработчики вернули. Есть и простые игроки. Друзья, ну, конечно, я запишу видеоролик по максимальному количеству беды, сколько я могу набрать в этом сезоне. Святые Виктория, 10 боевого духа. Ну, как видите, боевое братство так есть. Ну, как видите, что ботов нам вернули. И есть города, смотрите, обыкновенные. Можно будет даже протестировать на этом городе. Давайте посмотрим, сколько я тут смогу процентов. Или лучше бота все-таки возьмем. Пускай отдыхает. Так, ну, как по мне, это очень даже хорошо. Обратите внимание, что у бота 12 боевого духа. Давайте попробуем его вынести. Такие города у нас в обзоре не были. Давайте попробуем с какой стороны. Ну, не знаю, давайте попробуем с этой стороны. Не знаю, сколько тут процентов будет с этой армией, потому что я тут не тестировал. Сделаем два удара здесь возле зиккуратов. Давайте, наверное, один возле пирамиды. Давайте что-нибудь здесь жахнем из заклинаний. Ну и давайте по стандарту попробуем запустить сначала рыцарей. Не знаю, может быть 85%. Так, с моими умениями атаковать. Может быть что-то и у нас и получится. Так, давайте мы запустим магов. По периметру, по возможности, запустим еще немножко рыцарей. Если я успею запустить всех героев, то обязательно мы посмотрим их умения. Скорее всего, здесь пойдет король проклятых. Так, гоблинов я не знаю, запускать, не запускать. Но я думаю, что тут, видите, 80% наверное будет. Если запускать еще всех героев, не знаю. Смотрите, какие рыцари нехти, да? А гоблинов нет смысла запускать, потому что будем запускать их прямо на шахты, там, на казну, я смотрю, есть. Ну, до пирамиды они дойдут, ну и все. И всех почти героев уже убили. Нет, там есть еще немножко, давайте посмотрим. До замка мы не дошли. Вот способность король проклятый. Остался один ифрит. Вот такой вот город. Смотрите, а до замка не дошли. Хотя можно было бы провести ход конем. Давайте, я бестию одну оставил. Мне нужно, чтобы, видите, не уничтожили они. Но мы можем здесь взять еще одну звезду. 100%. Давайте мы посмотрим. Да, жалко, конечно. Давайте мы попробуем запустить. Сейчас посмотрим, куда гоблины рванут. А рванули они вот на эту шахту. Ха-х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 а. А вот теперь они пошли правильно. Сейчас давайте я их запущу всех, если они смогут дойти. Смотрите. Сейчас давайте посмотрим. Даже интересно. Здесь аккурата нету, башня огня и пушка. И гоблины побеждают. Та-да! И мы взяли одну звезду. Вот так вот иногда тоже можно проводить бои. Ну и гоблины сейчас будут изучать, скорее всего, башни. Нет, не успели они. Да, конечно, если бы не было бы еще шпилей, можно было попробовать тут бестий добить. Но видите, вот такой вот процент выбивают мои рыцари вместе с гоблинами. Не получается на 100%. Ну, как видите, разработчики нам предоставили ботов. Не знаю, какой процент можно будет тут получить. Я не знаю, может быть. Ну, не буду говорить, друзья, не могу сказать точно. Но, наверное, еще 100 боевого духа. Скорее всего, можно будет получить.
Ну, посмотрим. Я не знаю, на каком уровне боты пропадают. Ну, потом будут, наверное, какие-то игроки, как видели, что есть и другие игроки. Давайте мы зайдем, посмотрим. Сейчас давайте я найму сразу заклинание по забору. Ну, посмотрим, друзья. Обязательно напишите в комментарии, как у вас сейчас там происходит. Боты до какого уровня? Поменялись ли боты высокого уровня? Обязательно, друзья, напишите. Ну, у меня пока арена такая. Я ничего не могу сказать. Вроде более-менее все хорошо. Но как только боты исчезнут, потом будем смотреть. Обращайте внимание, 12 боевого духа. Мы можем еще уничтожать ботов. Ну, смотрите, в основном боты. Я хочу посмотреть именно, если есть игроки. Пока боты. Посмотрим. Ну, друзья, не забывайте еще одно, что многие не хотят, может, поднимать боевой дух. Когда он распределится полностью по игрокам, там уже нужно будет смотреть, как и что. Ну вот смотрите, 89 уровень, в принципе, неплохо. Я могу проводить такой же армии, как и проводил на боте сейчас, рыцари. Ну да, 22 минуты такая армия строится. Можно будет сразу тестировать. Но как по мне, мне кажется, что нужно сразу направлять на замок. Всегда говорю, друзья, я тестирую, а вы всегда направляете эту армию на замок, чтобы вы могли сразу взять 50%, а не так, как я сейчас с этими гоблинами. Ну, гоблины красавцы. Обязательно, друзья, у меня будет видеоролик по поводу стройки. Еще раз мы начнем небольшой тест воинов по сбору всех ресурсов. Потому что многие как-то думают, что они не смогут там накопить. Кто-то пишет, что у меня их навалом. Ну, друзья, но если навалом, тогда стройте. Это у меня сейчас все уже построено, и мне не ресурсы не так важны. Но по сбору ресурсов, либо мы можем начать вот новый контент именно по сбору ресурсов, именно когда придет нам замок 20 уровня. Это будет, наверное, правильнее. Начну строить и сразу будем записывать видеоролики. Ну, друзья, давайте все-таки вернемся еще раз к арене, посмотрим. Хотелось бы посмотреть точно, какие уровни замков мне предлагают. Ну, понятно, что у меня 19-й уровень, значит, замки, соответственно, будут у меня 19 уровня. Ничего тут не будет меняться. Пирамида также, видите, присутствует. 92 уровень, в принципе, это более-менее нормально на таком боевом духе. Но не пойму я, зачем разработчики все-таки поставили этот боевой дух. Ну, будет просто дольше собирать его. Не пойму я. Ну, видите, есть даже замки еще на свободе. Друзья, не забывайте сейчас про активность, потому что скоро начнется личный турнир. Не знаю, когда точно. Может быть сегодня, может быть завтра. Смотрите, боты те же самые. Так что можно проводить бои все на ура, друзья. Так, ну что, друзья, ну как видите, разработчики все-таки решили вернуть нам ботов на этом боевом духе. Ну а вы обязательно, друзья, пишите, как у вас арена. Я пока проблем не вижу. Можно строить, можно собирать боевой дух, но это пока. Посмотрим, какой будет предел, что будет после ботов и какие города попадаются. Потому что до этого попадалось мне на арене всего лишь 5 городов. Я обязательно к этому видео прикреплю и посмотрите, сколько городов мне попадалось. Ну что, друзья, а я с вами прощаюсь. Всем, кому понравился этот видеоролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья!